В Сингане подводят итоги международной антикварной ярмарки. На протяжении 4 дней дилеры уникальных предметов искусства и коллекционеры из 15 стран и регионов делились опытом и старались друг друга заинтересовать. В условиях затяжного спада на рынке предметов старины продавцы пытаются сместить фокус ценителей с восточного на западный антиквариат. Подробнее в материале далее. Уникальные предметы искусства со всего мира. Элегантные китайские статуи 18 века из тианита, французская мебель в стиле арт-деко и необычные предметы искусства африканских племен. И это далеко не все яркие экспонаты на международной антикварной ярмарке в Сянгане. Эксперты называют экспозицию одним из важнейших культурных событий в Азии. Здесь представители из более чем 15 стран и регионов. И в этом году большинство игроков рынка задаются вопросом, как сместить фокус китайских коллекционеров с восточного антиквариата на западный. Мы используем этот шанс, чтобы заявить, мы пришли и намерены вернуться сюда и в следующем году, и через несколько лет. Сейчас наша задача просто презентовать товары, дать коллекционерам возможность познакомиться с чем-то новым. В следующем году, возможно, они уже начнут узнавать дилеров, а через год будут покупать. Несмотря на то, что большинство по-прежнему делают ставку на восточные предметы искусства, антикварные предпочтения китайских ценителей постоянно расширяются. Коллекционеры постоянно развиваются. Чем больше их коллекции, тем шире их знания об истории и не только. Они начинают разбираться и проявлять интерес к предметам династии Сун. Раньше фокус был исключительно на предметах династии Мин и Цин, потому что эти вещи бросаются в глаза и многим по душе. Но для того, чтобы оценить предметы династии Сун, необходимо быть исторически подкованным. 60% посетителей прибыли на выставку из материковой части Китая. И несмотря на падение на рынке антиквариата, настроены оптимистично. Я здесь ради того, чтобы найти какие-то интересные предметы из бронзы, фарфора и камня. Ситуация на рынке не очень хорошая. Мне кажется, в этом году посетителей гораздо меньше, чем в прошлом. Но думаю, это правильное время для покупки. Цены ниже обычного. Произведение искусства высшей пробы. Все экспонаты международной антикварной выставки в Сянгане были тщательно изучены и одобрены ведущими независимыми экспертами. А это гарант качества. Ценители искусства могут не искать подвоха, просто приобретать, поддавшись эстетическим предпочтениям и очарованию предметов старины. Виктория Слепцова, CCTV.